страшно уже. Ну что там, говорит, чуть-чуть он тукнешь, и уже проваливается эта пешня. Не. Ну а если страшно, стоит рисковать жизнью вот ради улова, ради... Не, ну я чувствую, что дальше нельзя. Ну а перед тем, как идти, помолился. Попросил ангел-хранитель, чтобы он меня спас. В том году он меня спас. Больше я не рискую. А проваливались уже? В том году. В этом году нет. А в том году у деревни Нового Константинов провалился, он мне помог. А если бы не он, то бы я точно утонул. Что там говорить? Угу. Ну не боитесь уже, вот были случаи, все равно рискуете? Нет, не боюсь, потому что я верю в Бога, поэтому я не боюсь. Я помолился, и он мне подскажет, как бы, как совесть, он подскажет. А так бы я бы... Вот, как говорится, в том году испытал на себе, он мне помог. Все, без молитвы я никуда не ухожу.